Да. Но мы сегодня вернемся к корням вашим ребятам. У нас сейчас будет настоящая сочинская игра. Так. Игра называется «Где Чурчхела?». Внесите реквизит, пожалуйста. Опа. Кстати, не все правильно произносят это слово. А как правильно? Ты как раз-таки правильно. Я правильно сказал? Да. Не открываем, не открываем, не открываем. Просто не держим коробки в руках. Держим коробки в руках, не открываем. Сейчас смотрите, сейчас очень-очень сложная интеллектуальная игра будет. Прямо. Угу. Сюда будет вовлечено максимальное количество актерской игры, интеллекта и вашего знания друг друга. Это прям вот очень важно. Смотрите. В одной коробке лежит Чурчхела. Так. А в другой лежит не Чурчхела. Но очень похоже на Чурчхела. Но похоже на Чурчхела. Но лишь в одной коробке Чурчхела. Я не знаю, где, в какой. Смотри. Александр. Да. Приоткройте аккуратненько коробочку, не показывая Михаилу, чтобы узнать, есть ли в этой коробке Чурчхела. Не говорим. Оставляем это знание у себя и закрываем коробку. Как вы понимаете, победит в этой игре тот, у кого в конце игры окажется коробка с Чурчхелой. Потрогать можно? Конечно. Неважно, Чурчхела там или нет, потрогать это можно. Музыка еще. Да. 39-й прямо год. Сейчас. Они шли по лесу в поисках Чурчхелы. Вы можете оставить коробку у себя. И? Или отдать ее Михаилу. В зависимости от того, есть ли там Чурчхела. А если есть? Вот. Понимаете? Выиграет тот, у кого будет Чурчхела. Это блеф. Ведь потом Михаил тоже сможет поменяться коробками. Подождите. Понимаете? Дайте понять, на что мы вообще делаем. На вашу волну встать. Давай. Это высокоинтеллектуальная игра, напоминаю. Победит тот, у кого будет Чурчхела. Как и вообще в этой жизни. Всегда побеждает тот, у кого есть Чурчхела. Ты можешь поменяться с Михаилом коробками. Если я поменяюсь. А можешь оставить себе. И что? И пока ничего. Так. Саня, тебя, по-моему, разводят. Дело в том, что только Александр сейчас знает, есть ли в его коробке Чурчхела. И... Ну как, еще кто-то знает наверняка. Как возможно, как но мы не знаем этого человека. Положил эту Чурчхелу туда. Да, но коробки в дороге могли перепутаться. Понятно? И главное, в каждой коробке в одной лежит Чурчхела, в другой лежит что-то. По весу можно, да, пошуршать. Понимаешь, непонятно, непонятно. Специально так сделано. Итак, Александр, вы оставляете у себя коробку или отдаете ее Михаилу? Приз! Я отдаю приз. Михаилу. Вы отдаете Михаилу. Михаил, отдайте в свою коробку Александру. Почему? Я беру коробку Александра. Нет, нет, надо отдать свою коробку Александру. Вы поменялись. О, боже мой, я перепутал коробки. А теперь смотрите, смотрите. Нет, ну отдай одну коробку. Я смогу. Ну отдай одну коробку. Черт, я теперь я за... Вот. А вы перепутал, да? Вы следили за руками. Вот он, Сочи. Поменяйтесь коробку. Ты вернул мне мою коробку. Поменяйтесь коробками. Поменяйтесь немедленно. Поменяйтесь. Отдай свою. Михаил. Михаил, ты не открывай. Вот и... Ну да, сразу вот это... На персточке все дела туда. Смотри, Михаил, теперь ты. Ты не знаешь, что у тебя в коробке, а Александр знает. Так. Ты смотришь на Александра, смотришь в глаза. И сейчас ты можешь оставить у себя коробку, которую дал тебе Александр. Или ты можешь поменяться обратно. Я оставляю. Выигрывай тот, у кого будет Чурчхела. Я оставляю. Ты понимаешь, Саша же мог тебе подсунуть специально коробку с Чурчхелой в надежде на то, что ты не поверишь, что он дал тебе коробку с Чурчхелой, и поменяешься обратно. Или Саша подумал. Миша наверняка подумает, что я отдам ему коробку с Чурчхелой, чтобы он отдал мне обратно коробку с Чурчхелой. Мы тянем время, кого-то ждем? Друзья, а можно вспышку убрать, пожалуйста? Да. Да, концепцию не могу понять игры. Миша может поменяться сейчас коробками с Александром или оставить. Это блеф. Я не хочу меняться. Мне устраивает коробка. Мне тоже. Саша. Новая коробка. Тогда вскрывайте. Новая незнакомая мне коробка. Михаил, вскрывайте. Тот, у кого Чурчхела выиграл, вскрывайте. Ну, не Александр. Ну. А я не буду. После того, как вы вскрыли нам мозг, я хочу вскрыть коробку. Поехали. О, господи. Вот она пошла, актерская игра. Александр, как вы думаете, есть ли Чурчхела у Михаила? Конечно, что-то похоже на Чурчхелу там. Ну, открывайте. У меня тоже есть Чурчхела. И победил Михаил Галустян! 1-0! Ребята!
Чурчхелла выглядит не так. Чурчхелла? Это точно Чурчхелла? Ну, как бы... Где вы взяли? В каком магазине вы запрещили? Я не уверен, что это взяли в магазине. Возможно, это кто-то из съемочной группы просто... Магазин все за 100. Все за 100 километров. Да. Ну а что? Ну Чурчхелла, нет? Миш, извини за подарок. Это был первый раунд. Закрываю. Так. Все, мы закончили. Ребята, испугай. А, просто это был маленький образчик вот, актерского мастерства. Вы согласитесь, ничто в лице Александра не выдало то, что в его коробке была Чурчхелла. Ну, правда же? Неплохо. Выдало, выдало. Да? Выдало. А выдало? Да. А что? Он немножечко начал скатывать липкие руки. И я понял, что это Чурчхелла. Не садитесь играть в карты с этими людьми. Понимаете? И я не понимаю.